Зачем мы приехали сюда? Ты уверен, что здесь нас не найдут? Я уверен, что ты здесь не впервые. Поэтому не задавай глупых вопросов. Ребята, не расходитесь, мы ведь так и не нашли Гренни. Отдохнем и снова на поиски. Какие-то странные дети молча пошли, ничего не сказав. А что они должны были сказать, по-твоему? Боб, иди помойся, а то от тебя воняет. А ты чего ржешь? Собака худая. И, папа, ты чего тут встал? Он словно призрака увидел. Вот дерьмо, как это возможно? Привет, мальчики, рада вас видеть. Вы чего такие удивленные? Гренни, что ты здесь делаешь? Ну, вообще-то это и мой дом, и я здесь живу. Но как ты здесь оказалась? Мы искали тебя неделю. А ты все это время была тут. Скажите спасибо ему, что освободил меня от этого чокнутого мороженщика. Если бы не Мэнни, то я бы уже была давно мертва. Привет, девочки. Как у вас дела? Если ты хоть раз вздумаешь надо мной пошутить, твой топор окажется в твоей заднице. Что же, ребята, мы снова все в сборе. И теперь наша главная задача — держаться вместе, потому что у нас снова возникло недопонимание с сестрой Маделин. И сейчас все намного серьезнее. Она может прийти сюда в любой момент, и мы должны быть готовы к этому. Гринни, как я рад, что вы живы. Где вы были? Не смеши меня, я не из тех, кто боится смерти. Гринни, насколько мне известно, вы с ребятами ходили на фабрику искать Чарли. Вы его нашли? Ох, я тебя разочарую, но Чарли мертв. Босс Рот превратил его в ледяного зомби, и он взорвался на тысячи мелких кусочков. О, боже мой.